Я не заинтересован в бизнесе. Мне интересно сердце и разум. Пение и актерская игра побуждают людей к общению. Это особенный импульс. Все люди — социальные существа, поэтому нам всем необходимо взаимодействовать друг с другом любыми способами. С помощью кино, спектаклей, музыки, картин. Все эти вещи раскрывают нашу сущность, дают понять, кто мы такие. Но чтобы наше общение становилось лучше, нам нужно работать над собой. Это два взаимосвязанных действия. Другими словами, вы что-то мастерите, поете, рисуете картины, играете на сцене или на пианино и многое другое. Но вместе с тем, вы должны непрерывно работать над своим внутренним «я». Вот что самое главное. Не менее важная вещь — это мотивация. Вы можете заниматься чем угодно, но добиваться успеха можно лишь обладая чистой и благородной мотивацией. Не важно, что вы делаете. Я, например, актер, вы переводчик или журналист. Это не имеет значения. Важна не ваша работа, важна мотивация. Если я делаю что-то, чтобы помочь людям или создать нечто прекрасное, конечно, это увенчается успехом, и все будет не зря. Я думаю, нам всем нужно постоянно чему-то учиться. Неважно, в каком возрасте и с каким опытом за плечами. Нужно перестать бояться начинать что-то новое и научиться воспринимать каждого человека на своем пути как учителя. Вы мои учителя.